Давайте представим, что каждый раз, когда вы переворачиваете карту, вы находите туза. Это означает, что вы нашли к себе ключевого человека в вашу команду. Ну что, правда классно звучит? А сколько из вас подписало достаточно много людей в первую линию? И они не оправдали ваших надежд. Король. Это близко, но не совсем хорошо. А четверка? А сколько из вас пытались подписать в бизнес четверок? Так вот, если у вас команда из одних четверок, как думаете, вам надо будет проводить презентацию вместо них? Да надо. Да надо. И вы их проводите. Да вся наша жизнь сплошные встречи. А вот вам, допустим, IQ-тест. Допустим, кто-то набрал 4 балла на IQ-тесте, то вы же не будете сердиться и говорить ему: «Ой, ну почему ты такой тупой?» Пятерка. Девять. Дама. Семерка. Когда я стал партнером и начал ходить на презентации, мне казалось, что это очень легко. Я начал переворачивать карты, перевел уже 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 карт, но среди них не было туза. Может, я как-то не так, или как-то плохо, может, как-то переворачиваю карты. Может, другие лучше меня их переворачивают. Валет. Дама. Пятерка. Но это не работает. Да, наверное, мне нужно вернуться на свою работу. И вот он, туз. Вот так вот. Вы знаете, что такое туз? Туз — это тот, кто будет делать бизнес, независимо, делаете его вы или нет. Даже если вы с ним не работали, а он взял вам сам и позвонил с словами: «Слышь, я бы провел презентацию, 14 человек регаются в наш бизнес, а пятеро едут с нами на тренинг в Дубай». Вы кладете трубку и кричите: «Офигеть! Я нашел своего туза!» Вот и все. Ну а в случае с пятеркой вы должны позвонить и сказать: «Слышь, ты сегодня придешь на презентацию?» Четверку надо уговаривать. «Ну приходи на презентацию, пожалуйста!» Так, где же двойка? Должна быть где-то тут. С двойкой вы говорите: «Ну ты когда-нибудь придешь на презентацию?» Невероятно. Сколько карт в колоде? 52. А из 52 карт сколько тузов? 4. 4 — это большая или меньшая часть колоды? Меньше. А ну еще разочек. Меньше. Тогда почему вы так возмущаетесь, когда первая перевернутая вами карта нифига не туз? Это опять пятерка. Это опять двойка. Так вот. Если бы тузы шли в колоде одни за одним, то они не были бы тузами. Ау! Возможно, кто-то из вас подключал туза уже в первую неделю. Да, значит, у вас хорошая карма. Больше другого объяснения у меня нет. А кто-то из вас будет так же, как и я, искать своего туза 3 года. 3 года мне понадобилось, чтобы найти своего туза. У меня есть 3 правила. Будь внимателен, будь воодушевлен и выйти из игры. Будь внимателен, будь воодушевлен и сдайся. Будь внимателен, будь воодушевлен и никогда не сдавайся. Вот мои правила. А что делать, если ты уже перевернул 52 карты, а туза так и не нашел? Достань новую колоду! И продолжай переворачивать карты. Вы что, хотите вернуться на свою работу? Продолжайте переворачивать карты. Не останавливайтесь. Вы живете за счет того, что переворачиваете карты. И совершенно не важно, что по пути попадаются четверки, пятерки и шестерки. Да какая разница? Я рассчитываю на них тоже. И вот вы снова: «О, господи, вот он туз!» А вы что, рассчитываете на туза каждый раз, когда переворачиваете карту? Они будут. Так вот, если вы перевернете 1000 карт, то у вас будет 10 тузов. Это я вам гарантирую. Да спросите у любого, кто занимается этим бизнесом достаточно долго. А я хочу задать вам последний вопрос. Так как мы уже поговорили о многом, хочу поговорить о том, как вы готовы войти в бизнес. Как вы на него ставите? Как вы ставите, это очень важно. И у меня на столе здесь множество жетонов. Допустим, это варианты бизнес-пакетов. И что будет, если я выберу 3-й максимальный вариант Power Master? Хотя нет, возьму поменьше 2-й вариант Master. Ой, нет, погоди, я все-таки не буду так сильно рисковать и возьму пакет партнер. Среди вас есть люди, которые именно так и делают, именно так входят в бизнес? Хотя нет, слишком рискованно, надо взять самый маленький пакет Affiliate.
Да я могу продолжить это сколько угодно. Я взял самый маленький бизнес-пакет. Так вот теперь, если вы выиграете, наивные мои, что вы планируете выиграть? Да нифига! Рискните, наконец! Заходите в бизнес нормального пакета. Поднимите ставки. Есть поговорка: будь горячим или будь холодным, но не будь неопределенным. Потому что если ты не определишься, то жизнь тебя сломает. Так вот, в покере есть такое выражение: all in. Ставлю все на максимальный пакет. И позвольте мне добавить, хочу вам сказать еще кое-что. Так вот, если вы не готовы зайти в бизнес здесь и сейчас, то вам нужна срочная медицинская помощь. Пауэрмастер, что вы еще хотите? Это самое крутое предложение. Все топ-лидеры сетевого маркетинга уже в этой теме. Они готовы вам дать всю информацию о компании и бизнесе. Это настолько феноменально и невероятно, что трудно в это поверить. А вы продолжаете размышлять, работает это или нет. Максимальный пакет. Алло, только Power Master!